деревне проверяю, как снимает камера. Теперь где-то день, поэтому светло, и потом посмотреть, или будет пятнышко. Вот особенно небо должно быть светлое, и там не должно быть никаких пятнышек, не должно быть никакого торможения. Вот когда быстро водишь, она должна 30 кадров выдать и без никакого слияния. Но каждый кадр, по-моему, если камера качественная, должен быть как будто четкая картинка, если паузу нажать. Она такая маленькая, ее можно вверх кинуть. Вот кинул и поймал.